среду, 16 ноября, в актовом зале Института управления экономики и финансов КФУ состоялась встреча студентов 3-4 курсов со специалистами налогового отдела компании КПМГ. Дмитрий Сытов и Наталья Олейник презентовали работу компании, дальнейшие перспективы и возможности, которые открываются перед сотрудниками и будущими практикантами компании. В рамках презентации были рассмотрены практические аспекты работы налогового консультанта, в том числе кейсы из практики группы управления персоналом и налогообложения физических лиц. Одной из целей встречи было привлечь студентов в уже состоявшуюся международную компанию и путем отбора выбрать самых талантливых и перспективных ребят. Мы бы сейчас уже будущей компании, да, нанимая каждый год новых сотрудников, которые растут вместе с нами. Мы бы хотели, что когда мы говорим слово 4 буквы КПМГ, у нас не спрашивают серии, как расшифровывается, что это, откуда вы. Мы бы хотели, чтобы ребята знали, это большая четверка, это консалтинг, я хочу заниматься или аудитом, или налогами, или еще чем-то. Ну, по крайней мере, люди бы знали, что это в принципе. КПМГ уже не первый год сотрудничает с Казанским федеральным университетом, но из года в год численность заинтересованных студентов растет. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.